Тут папа готовит кушать. Кашу варит. Не знаю, себе или мне. Тебе? А, мне. Мне говорит. О, Тинь-Тинь, иди сюда. Начала снимать, уже исчез куда-то. Тинь-Тинь. Он жирный, хоть побегает. Потерял. Идем, мы что там кашу варим. Боже, какой жирный ты. Как беременный. Но это Тинь-Тинь, это не Тиффани. Тинь-Тинь, ради вас, лис, что вы тут на улице, загнала собак домой. Только все ради вас. Она уже домой собралась. Ой. Тинь-Тинь, куда ты уже домой? Иди, 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 иди. Иди, 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 иди. Идем домой. Тинь-Тинь, видишь, папа пошел домой заметать. Пошел. Каша наша. Идем посмотрим. Тинь-Тинь, идем посмотрим на кашу. Ой, как красиво варится наша каша. Вот так никто не варит. Идем. Я Тинь-Тиня домой забираю. Они все домой просятся. Собак выгоню. Собаки, я вам разрешаю. Идите гулять. Все, ты идешь домой, а собаки гулять. Иди гулять быстро. Смена коллектива. Гулять, гулять, быстро. Не-не-не, все гулять, быстро. Все. Смена коллектива у нас. Лисы домой, а собаки на улице. Вот так и живем. Не изгоняют меня этих лис. Даже не дадут погулять. Сейчас будут петухов гонять. Африка, иди сюда. Что, кипит? Пичка будет. Ага. Пичка такая будет. Африка! Какой звук прикольный, да? Ты жадно? На улице кушать, я им скажу, каша вкуснее, чем дома. На печке, на натуральной. Что вы тут все стали возле меня? Что вы ждете? Гуляйте во дворе. Я из-за вас лис домой запустила всех. Да. Не вздумайте мне гонять петухов. Слышали? Особенно Африка. Понимаешь? Вот так у нас варится, в общем, каша. Птички. Вот живем как в селе. Натуральном. О, нашла кота ничейного. Рыся! Все-таки каша прикольно гудит. Собаки собаками, а каша кашей. Музыка. Говорят, надо музыку налаживать. Вот натуральный звук. Тьфу,
такой был хороший звук, мы-то так хорошо слушали. Он взял и сделал тише. Вот так. Вот такая будет настоящая каша. Как в деревне.